Прическа Кейт Миддлтон получила высокую оценку экспертов. Автор 18.02.2020. По мнению звездного стилиста Джеймса Джонсона, прическа герцогини Кембриджской достойна пристального внимания со стороны модниц. В последнее время Кейт Миддлтон предпочитает носить одну и ту же укладку, и, по мнению эксперта, она очень элегантна и универсальна. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Кроме того, заявляется, что на выбор Кейт стоит обратить взоры матерям, которые хотят выглядеть хорошо, но при этом очень заняты. Оформление такой укладки не займет много сил, поэтому Миддлтон не теряет лишнего времени в кресле стилиста, а посвящает его детям. Женственная прическа Кейт с заколотыми наполовину локонами идеально подходит для занятой рабочей мамы, жонглирующей своим тремя детьми и общественными мероприятиями, убежден Джонсон. Также он убежден, что Миддлтон отдает предпочтение такой укладке не только из-за своего плотного графика, не последнюю роль в этом играет также практичность и удобство. Например, недавно Кейт посетила Южный Уэльс, где было очень ветрено. Джеймс Джонсон так комментирует это событие: такие волосы защищают от непогоды. Кейт была на улице во время шторма, а это укладка, которая будет оставаться на месте и не позволит выбиться локонам из прически. Примечательно, что недавно другой британский стилист Сьюзи Хаслер выразила свое восхищение укладкой Миддлтон, отметив, что такой выбор делает образ герцогини безупречным. Пример приводилась все та же поездка в Южный Уэльс, благодаря элегантной укладке Миддлтон ее волосы не растрепались. К слову, ранее она чаще предпочитала распущенные волосы, и в таком случае наверняка не удалось бы избежать конфуза. Мы привыкли видеть Кейт с распущенными длинными волосами, но ее волосы в тот день были убраны и их не раздувал ветер, восхищается Сьюзи Хаслер решением супруги принца Уильяма. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка.